Фондовая биржа будет использовать блокчейн. Фондовая биржа Гонконга рассматривает использование блокчейн для своей системы расчетов следующего поколения. Генеральный директор Stock Exchange of Hong Kong Чарльз Ли отметил, биржа стремится модернизировать свою торговую инфраструктуру, а также постторговую систему. Согласно CoinDesk, использование блокчейн сократит расходы и снизит эксплуатационные риски. Обновление биржи может занять от 3 до 4 лет.